В отдел полиции Владивостока поступило сообщение 64-летнего мужчины, который рассказал, что его сначала ограбили, а затем угнали принадлежащий ему автомобиль. Установлено, что потерпевший работает таксистом. Выполняя заявку, он привез клиента на проспект Столетия Владивостоку. Между ними произошел конфликт, в ходе которого пассажир открыто похитил телефон водителя и стал убегать. Водитель попытался догнать злоумышленника, но не смог. Вернувшись к месту, где он оставил свой автомобиль, Toyota Prius обнаружил, что транспортное средство пропало. Сотрудники уголовного розыска отыскали угнанный автомобиль в районе улицы Ильичева. В ходе осмотра потерпевший обнаружил, что из салона похищены 18 тысяч рублей. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, превысил 1 000 000 рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность, местонахождение и задержали злоумышленника. В отделе полиции 29-летний житель города Владивостока, подозреваемый в совершении грабежа, угона автомобиля и хищения денежных средств, дал признательные показания. Следственным подразделением Управления МВД России по городу Владивостоку возбуждены уголовные дела по 3 статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. По части 1 статьи 166 «Незаконное завладение автомобилем», по части 2 статьи 158 «Кража» и по части 1 статьи 161 «Грабеж». Подозреваемый заключен под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.